все. Всем привет! Я не буду ждать подключения Влада, потому что у нас не получается почему-то сделать сдвоенный эфир. Поэтому эфир проведу я со своей страницы и Влад со своей страницы отдельно. Вы сможете потренироваться и со мной, и с ним в перерывах, соответственно. Я начну свою часть, и Влад проведет свою тренировку, я проведу свою тренировку. Надеюсь, что вам понравится. Кому больше симпатизирует Влад, присоединяйтесь к нему, потому что мы уже обещали тренировку, мы сделаем ее с двух страниц, не знаю, видимо, Инстаграм или Эмираты, или что-то блокирует связь и не получается сделать сдвоенный эфир, соответственно, будем тренироваться со мной. Надеюсь, что вы не расстроены. Конечно, на Влада приятнее смотреть. Так, ну все, тренировка у нас сегодня будет комплексная, немножко ноги, немножко ягодицы, немножко пресса, а начнем мы это все дело с хорошей разминки. Ну все готовы, мне кажется, уже затянули на 10 минут, ставьте ноги чуть шире плеч, руки вдоль корпуса, начинаем с разминки, наклоны головы в правую и в левую сторону, максимально плавно, осторожно, аккуратно, вправо раз, влево два, плечи опущены вниз, лопатки собрали. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наклон вперед, раз, назад, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Все, не пишем там смайлики, не присылаем, а работаем вместе со мной. 2, 3, поворот головы, 4, и в обратную сторону, 5, и 6, и 7, и 8. Отлично. Руки также внизу. Натянули руки до кончиков пальцев. И уводим плечи назад. Раскрываем грудную клетку. 8 вращений. Раз, 2, 3, 4. Вперед. 5, 6, 7, 8. Прямыми руками. Раз, 2, 3, 4. Вперед. 5, 6, 7, 8. Руки перед собой, разворачиваем ладони в потолок и стараемся большими пальцами рук соединить два больших пальца рук между собой за спиной резкими маховыми движениями. Только назад, не вниз, а назад. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Заводим руки за голову, округляем спину, подбородок прижали к груди. Раз. Раскрыли грудную клетку наверх. 2. Еще раз. 3. Раскрылись. 4. Еще. 5. Раскрылись. 6. Еще. 7. Раскрылись. 8. Вытянули за руками наверх. Пружиним руками назад, выталкивая грудь вперед. Прогибаем грудной отдел позвоночника. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Руки в замок за спину. Из этого положения мы прогибаем грудную клетку, уходим волной вниз, голова последняя, округляемся и через круглую спину поднимаемся наверх, также голова последняя. Максимальная амплитуда, колени все время мягкие. 2, 3, 4, 5. И еще 6. И 7, и 8. Отлично. Раскрыли грудную клетку. Руки у нас в замке. Поднимаем их максимально наверх и пружиним в потолок. Растягиваем плечи. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Вытягиваем две руки наверх. Из этого положения делаем наклон корпуса вправо и влево. И еще раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и держим. Раз, два, три, наверх, четыре, в другую сторону, пять, шесть, семь, наверх, восемь. Отлично, руки скрестно кладем себе на плечи. Делаем вращение корпусом по широкому кругу в одну сторону. 2, и 3,
И 4. И также оп, в другую сторону. 5. И 6. И 7. И 8. Отлично. Раскрываем руки в стороны. Поработаем с тазобедренным суставом. Вращение одной ногой назад. 1, 2, 3, 4. Вперед. 5. Держим баланс. 6, 7, 8. Топ. Другой ногой. 1, 2, 3, 4. Вперед. 5, 6, 7, 8. Отлично. Ноги стоят вместе, руки на поясе. Вырастаем на высокие полупальцы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще 10. Раз. Дышим. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остались на высоченных полупальцах. Пятки поднимаем максимально наверх. Живот втянули, поясница не прогибается, плечи внизу, руки раскрыли широко в стороны. Держим баланс. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. И 1. Отлично. Начнем нашу тренировку с кардиочасти. Нас с вами ждет 1 минута бега с высоким подниманием бедра. Поднимаем ноги максимально высоко. Все время тянем носки вниз и аккуратно, как кошечки, с кончиков пальцев ног мы опускаем пятку на пол при приземлении, чтобы это было максимально амортизировано. Окей? 1, 2, 3. Вместе со мной. Поехали. Бег с высоким подниманием бедра. 1 минуту. У нас сегодня будет немножко кардио нагрузки. Это очень нужно. Если вы хотите сжечь лишний жир, то вам это поможет. Все, начали. Я готова. Поехали. Оп. Не забываем про дыхание. Лайфхак, чтобы не сбиваться, на 3 шага делаем глубокий вдох, на 3 шага выдох. Выше колени, выше, 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 выше. Бежим, 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 бежим. Дышите там. Это я не задыхаюсь, это я просто слежу за дыханием и вам подсказываю. Отлично, останавливаемся, но не отдыхаем, а начинаем работать. 50 обычных классических приседаний. Поехали. Вниз, вдох, выдох. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Продолжаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Еще. 1, 2, 3, 4. Делаем со мной. 5, 6. Наверх выдох. 7, 8, 9, 40. Еще 10. 10,
девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, последний один, но не просто, а сели в стульчики, сидим, раз, два, и дышать не забываем, три, четыре, плечи вниз, лопатки вместе, пять, шесть, семь, восемь, девять, наверх, десять, отлично, следующее задание, одна минута прыжков, jumping jack, хлопок над головой, оп, 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 дышим. Так, это забавно выглядит в камеру. На самом деле минуты у нас на моих биологических часах, потому что я не засекаю. Но это ладно. Вы можете писать, если что, вопросы. Я обязательно на все отвечу, постараюсь. Но пока работаем, мы работаем. Также хочу сказать, что если вдруг вы чувствуете, что эта нагрузка для вас слишком интенсивная, вы всегда можете остановиться, отдохнуть, подышать, выпить воды и потом продолжить вместе со мной. Выдох, 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 выдох. Молодцы, руки прямые и хлопок. Сами себе, сами себе. Какие мы молодцы. С утра пораньше. Еще 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Супер, подышали. Ноги ставите чуть пошире. Стопы развернуты. Будем делать плие на внутреннюю часть бедра. Вытягиваем руки перед собой, до кончиков пальцев ног натянули и уходим вниз. Поехали. Оп, наверх. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и выдох. Восемь, девять, десять. Еще. А раз, и два. И три, самые сильные, четыре, и пять, и шесть, и еще семь, и восемь, и девять, и двадцать. Продолжаем. Раз, дышим, два, наверх всегда, выдох, четыре, пять, молодцы, еще шесть, семь, восемь, девять, десять, еще десять, точнее не десять, двадцать, два, три, четыре, шире колени, пять, здесь самое главное широко, шесть, семь, выдох наверх, восемь, девять, десять, последние десять, десять, девять, восемь, семь, шесть, надеюсь, все позавтракали. Пять, четыре, еще, три, еще, два, самые сильные ноги, один, стоп, сели, поочередно на полупальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, еще. Раз, два, сильные, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Встаем, поехали дальше. Вперед, назад, спринтер, хоп, или лыжник, не знаю, как хотите. Через верх, через верх, через верх каждый раз. Хоп, 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 хоп. Минутку работаем. Высоко толкайте себя вверх. Ну что, как ощущения? Все хорошо себя чувствуем? Да! Конечно, Аделина, давай еще. Давай пожестче тренировки. Выдох, выдох, выдох. Работаем, дышим. Разгоняем наше сердечко. Должны работать на хорошем пульсе. Но так, чтобы вам было комфортно. Руками себе помогаем. Работаем, работаем всем телом.
Пальцы рук натянуты, ноги натянуты. Ставим пятки до конца в пол. Все хорошо себя чувствуют, надеюсь. Если что, опять же, можно остановиться всегда. Дышим, дышим, дышим. Выдох, выдох. Все молодцы, надеюсь, вы работаете. Не останавливаемся, дышите. И через прыжок наверх, 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 наверх. Отлично. Еще чуть-чуть совсем. Совсем скоро уже старт нашего марафона. Мы должны вас подготовить. Уже 13 числа. Все готовы тренироваться и худеть вместе с командой ТОП-стрейчинг? Худеть или, может, кто-то хочет набрать? Тоже можно. Мышечную массу. Но только мышечную. Отлично. Супер, стоп, вдох-выдох. Следующее задание. Мы делаем с вами выпад, но не простой. Будет по 30 раз. Выпад, прыжок. Выпад, прыжок. Окей? Все готовы? Максимально высоко толкаем себя на опорной ноге. Поехали. Вниз, наверх. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так. Продолжаем, продолжаем. Девять. Десять. Еще. Раз. Последние. Два. Три. Четыре. Мы за тобой наблюдаем. Пять. Шесть. У меня гости. Семь. Восемь. Смотрим, как я мучаюсь. Девять. И наслаждаюсь. Отлично, да, наслаждаюсь. Меняем ноги, повторяем на другую. Все готовы? Думаю, да. Поехали. И раз, нельзя терять пульс. Два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И десять. Еще двадцать. Раз, и два, и три, и четыре, и еще пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, последние десять, десять, можете, девять, и восемь, и семь, и шесть. И пять, и четыре, и еще три, и два, последний один. Отлично, вдох-выдох, не остановились. Ноги в стороны, крест, в стороны, крест. Минутка. Старайтесь глубоко дышать, здесь можно восстановить дыхание. Хоть это кажется невозможным. Выталкивайте себя высоко. Плечи внизу, лопатки собрали. Тянем носки. Молодцы, еще немного. Последние 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, остановились. Ноги остаются широко. Наше заключительное упражнение на ноги. Руки раскрыли широко в стороны. Мы с вами приседаем.
И касаемся рукой пятки. Коснулись, обратно. Коснулись, обратно. Таких 30 раз. Поехали. Хоп. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. И девять. И еще 10. Отлично. А раз. Выдох. Два. И три. И четыре. И пять. И еще 6. И 7. И 8. И 9. И 10. Последние. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. И сидим в стульчике. Снова полупальчики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, пять, четыре, три, два, один. Наверх. Супер! Кардио части, наши ноги проработаны. Вообще, мне кажется, в полном объеме. Всем спасибо. Как вы себя чувствуете? Надеюсь, что хорошо. 10 секунд на то, чтобы выдохнуть. Вы молодцы. Вы молодцы, просто все супер. Так, вы там работаете, да? Отлично, давайте поехали дальше. Слушайте, обязательно записывайте, как вы трените, и давайте поддержим историю Stay at home, оставайтесь дома. Все выкладывайте сторис и делайте хэштег Stay at home. Тренируйтесь дома, все делаем из дома. Поддержим это движение, чтобы мы не дали распространение вирусу. Пожалуйста, будем все осознанными. Все, начали. Следующие упражнения у нас будут на пресс. Ложимся. Руки заводим за голову и поднимаем только лопатки от пола, только лопатки. Шея все время длинная, смотрим наверх. Делаем 50 раз. Поехали. Раз, выдох. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, наверх, выдох. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Еще раз, два, дышим, можем еще. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Последние. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два. И вытянули руки вперед. Каждый раз касаемся пальцами рук до пяток. Поехали, скрутки. Раз, два, три, четыре, пять, пресс горит, шесть, семь, восемь, девять, десять. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. А раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Раз, два, еще чуть-чуть, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Подняли ноги на 90 градусов. И из этого положения крутим велосипед. Не останавливаемся. 50 раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь,
8, 9, 20. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 50. Ноги поставили, руки вытянули наверх. Полное скручивание. 30 раз. Поднимаемся, касаемся руками пола, опускаемся мягко обратно. Начали. Оп. Раз. И два. И три. И четыре. И пять. И шесть. И семь. И восемь. 9, 10. Еще. Раз. Два. 3, 4, 5, 6. Вы со мной? 7, 8, 9, 20. Еще. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Два. Последний. Один. Стоп. Подняли ноги и прокручиваемся. Раз, два, три. Касаемся пола. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично, молодцы. Разворачивайтесь в бок на боковую планку. Так. И из этого положения мы с вами опускаем таз вниз, поднимаем наверх. При этом мы должны держать верхнюю ногу на весу. Можно согнутую, можно прямую. Вниз, оп. Нет, давайте прямую все. И два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и 10. Еще, оп, раз, на коленке стоим. Два, выдох, три, и четыре, и 5, и 6, и 7, и 8, и 9, и 10. Отлично. Change. Стороны. Здесь хватит. Oh my God. Поехали. Оп. Раз. И 2. И 3. И 4. И 5. И 6. И 7, и 8, и 9, и 10, и еще 10, и 9, и 8, и 7, и 6, и 5, и 4, и 3, и 2, последний, 1. Отлично. Встаем в планку на прямые руки. Так, и из этого положения поочередно нога вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. 50 раз. Раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и 10. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 20. Еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 30. Еще чуть-чуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 40, последние, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, огонь, встаем на четвереньки, еще не все, еще чуть-чуть, работаем поочередно, вверх, назад, вверх, назад, точнее в сторону, раз, наверх, два, выдох, три, хоп, четыре, хоп, еще пять, так, давайте почитаем, что вы пишете, и шесть, и семь, и восемь, и девять, красотки все, десять, еще хоп, а раз, хоп, два, хоп, три, и четыре, и еще пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, последний хоп, один, и два, и три, и четыре, и еще пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, последний, десять, и другая нога, хоп, так, повернемся, хоп, назад, и два, и три, и четыре, и молодцы, пять, и шесть, и семь, и еще восемь, и девять, и десять, еще хоп, один, и два. Не присылайте там смайлики. Три. Вы палитесь. Четыре. И пять. И шесть. Молодцы. И семь. И еще восемь. И, а кто может так? Девять. И десять. И последний хоп. Один. Хоп. Два. Хоп. Три. И четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Отлично. Так, и у нас сет на руки. Точнее, не сет, а мы будем с вами отжиматься. Отожмемся мы 20 раз. Надеюсь, вы все готовы к такому. Поехали. Отжиматься будем с колен. Мы встаем в упор на колени. Поясница не прогибается, попа не торчит. Руки поставьте чуть пошире, так будет полегче. Вниз уходим, вдох, выдох наверх. Старайтесь коснуться груди пола. Поехали. Хоп. Раз. Хоп. Два. И три. И четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять, еще десять, оп, раз, и два, и три, и четыре, и пять, и шесть, и семь, и восемь, и девять, и десять. Отлично. Выдох небольшой, отдыхаем. Еще сделаем одно упражнение на руки. Раскройте их широко в стороны. Как раз у вас сейчас они чуть забились. И делаем вращение сильными-сильными руками. Просто назад. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре,
5, 6, быстрее, быстрее. 8, летим, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Устают плечи. 9, 10. Еще раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. Последние 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, выдохнули. Теперь у нас заключительный сет. Мы с вами сделаем 30 приседаний с выпрыгиванием, и все, будем заканчивать. Напоследок просто забьем наши ножки еще чуть-чуть. Фух, ну что, все готовы? Это очень важно, чтобы вы прям прочувствовали. Вниз, хоп, и максимальный прыжок наверх. Сейчас чуть-чуть исправим нам видимость. Меня. Все готовы? Раз, два, три, поехали. Раз, два, три, легкие, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Сели, посидим. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично, мы с вами большие молодцы. Теперь чуть-чуть потянем ягодицы, ноги и пресс. Первое упражнение. Ставьте ногу себе вот так вот на колено. Чуть-чуть ее сгибаем немножечко. Уходим в наклон и стараемся руками дотянуться до пола. Вот так вот. И просаживаем таз вниз. Чувствуем растяжение ягодичной мышцы. У меня весь ковер на моих ногах. Садимся. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Хорошо. Сменили ногу. Поняли, да, как я ставлю? Вот так вот. И потом вниз. Хоп. Уй. Грация. Да, стоим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично. Хоп. Теперь встаем в выпад на любой ноге. Так. И из этого положения сейчас сгибается заднюю ногу. Дотягиваемся рукой и прижимаем пятку к ягодице. Следите, чтобы ваш таз был внизу. Вот так. Отлично. Тянем. Стоим. Растягиваем квадрицепс. Все ощущают? Прям прижимаем, прижимаем. А тазом тянемся к полу. Следите, чтобы колено было над пяткой у передней ноги. Плечи над бедрами. И глубокое дыхание. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Классно. И поменяйте ногу. Оп. Тянем. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Отлично, хорошо. Стоим на двух коленях, растянем мышцы живота и немножко спину. Руки назад,
грудь вверх и качаемся чуть вперед, назад бедрами. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И фиксируем восемь. Если чувствуете напряжение в пояснице, сократите наклон. Можно вот так вот по чуть-чуть. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Отлично. Фух, ну все, на этом наша основная, точнее не основная, вообще часть тренировочная заканчивается. Я могу посмотреть ваши вопросы. Быстренько. Сохрани, да, конечно, конечно, не переживайте. Как вы себя чувствуете? Кто тренировался со мной? Так, класс, все, так, отлично, сохраните, да, конечно. Спасибо. Ноги трясутся, это очень хорошо, очень хорошо. Пожалуйста, давно ли идет? Да, давно уже. Благодарю, Аделина, Аделина убийца Мари, спасибо. Остановишь эфир, чтобы была возможность убиться ты. Я сохраню эфир. Так, девчонки, давайте. Questions, questions, any questions? Нету ни одного. Так, все. Спасибо большое, было круто. Все, всем спасибо, спасибо. Так, хочу всем сказать. Пожалуйста, записывайте все это на видео. Не желаете открыть центр в Ницце? Конечно, желаем вообще. Ницца — прекрасное место. Ага, что делать, если отжиматься не получается? По чуть-чуть. Не все, не у всех сразу. Вы что думаете, я умею отжиматься? Я тоже с трудом отжимаюсь. Супер, умерла. Надеюсь, что нет. Я тоже с трудом отжимаюсь. Я на самом деле начала отжиматься, когда один раз Саня на тренировке дала отжимание. Я такая думаю, блин, надо же отжиматься. Да, горит все, Виолет, круто, рада. Когда будет еще тренировка? Скоро. Наверное, все были с тобой, а не с Владом. Это хорошо. Это можно делать каждый день? Нежелательно каждый день. Нужно обязательно успеть восстановиться, дать мышцам период для того, чтобы они отдохнули. Вот, и потом можно делать. А что эфир... Стоп. А что эффектнее всего для сушки? Питание. Сколько вам лет? 23 года. Когда следующая тренировка, не знаю. В течение какого времени можно сесть на шпагат? От месяца до полугода, до года. У всех по-разному. У кого какие мышцы и связки. Так, сейчас, секундочку. Я вам на все отвечу. Все, последние у меня чуть-чуть минутки остались для того, чтобы поотвечать на ваши вопросы. На самом деле, лучше я уже буду заканчивать свой эфир. Все, желаю всем хорошего дня, хорошего настроения. Вы все классные, крутые. Отмечайте меня, stay at home, хэштег, тренируемся вместе дома. Всем большое спасибо за эфир. Всем желаю хорошего, хорошего, прекрасного и бодрого продолжения дня. Эфир будет сохранен, можете... Если не успели повторить эту тренировку после эфира, любое удобное для вас время. Если что-то не получилось, можете пересмотреть, еще раз все сделать. Я обязательно к вам выйду еще в прямой эфир, попробую ответить на все ваши вопросы. Обязательно присоединяйтесь к нашему марафону, обязательно пробуйте, присоединяйтесь, тренируйтесь. Все это не помеха, все можно делать из дома, все классно. Все, вы крутые, спасибо всем, что были со мной в эфире, даже если просто смотрели. Все, всем пока!